Кто не знает, кстати говоря, меня зовут Сталик Ханкишиев. В 1962 году меня угораздило родиться в городе Фергана, Республика Узбекистан. И этому факту я очень рад и очень доволен, что мне посчастливилось вырасти на такой благодатной, на такой замечательной земле, как земля Узбекистана. Люди такие скромные пошли. Все стоят, никто ничего не спрашивает. Когда готовите шашлык, прислушивайтесь к мясу. Мясо шкварчит. Вот когда оно зашкварчало, значит, с той стороны, вот оно снизу, запузырилось. Сало начало из него вытапливаться. Происходит это шкварчание. Вот это сало капает угольки. Оттуда начинает подниматься дым приятный для обоняния. Вот в этот момент надо перевернуть мясо. Если вы вовремя перевернете мясо, оно у вас, во-первых, не пригорит. Вот посмотрите, видите, какой румяник хороший, вот с этой стороны, да? Теперь с этой стороны так сделать, то с другой стороны, там, четыре стороны у шашлыка. Товарищи, подходите сюда, Подходим, не стесняемся, такси на Рублевку. Так, что такое? По одному кусочку, конечно, спасибо вам за внимание. Приятного аппетита. Кому попробовать любя кебаб от Сталика Ханкишиева? Сейчас вот этот фарш держится за счет того, что в нем есть остывший жир. Понимаете, да? А дальше потом, когда вот образуется эта корочка, когда белок в мясе застынет, вот мы варим яйца вкрутую, у нас белок застывает. Точно так же белок в мясе он будет застывать.